Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем речь о суккулентных садиках. Это, ну, как бы вторая часть, наверное, не знаю, буду я ее обозначивать или нет. В общем, в первой части моего рассказа про суккулентные садики я вам говорила о важных факторах, которые играют немаловажную роль в развитии вот этих групповых посадок суккулентов. Сегодня я хочу поговорить о плотности посадки ваших суккулентных садиков и об обрезке. Вот если у меня в прошлый раз, в прошлом видео про суккулентные садики было мало примеров суккулентных садиков, ну, таких, какими они должны на самом деле быть, потому что суккулентные садики я как таковые не сажаю специально, то вот в этом видео про плотность посадки у меня масса примеров, и поэтому мне сегодня будет что вам показать. В плотно посаженном садике будет существовать внутривидовая конкуренция за пространство, за влагу, за питательные вещества, за свет. И это, естественно, конечно же, скажется на росте и развитии растений. Для нормального развития растений в суккулентном садике должна быть идеальная плотность. Ну вот что же такое идеальная плотность? Как вообще, что это за понятие, идеальная плотность? Ну, я не знаю, существует ли такое понятие или нет, это я как бы уже сама выдумала. Ну, просто я не знаю, как это по-другому обозначить. Что такое идеальная плотность в моем понятии? Идеальная плотность – это то, когда растения не мешают развиваться друг другу. По крайней мере, до тех пор, пока суккулент из стадии детки перейдет в стадию подростка и сможет уже своими набранными силами противостоять более сильным, у которых рост ускоренный. Ну, то есть, другими словами, друзья, если вот сажаете вы садик, допустим, из деток. Ну, вот как у меня, все мои садики, они из деток. Просто я сажаю деток не по одной, потому что пикировать их у меня нет возможности, нет места. Сажаю их в суккулентные садики в целях экономии места. И что же вот с ними происходит при плотной посадке? Как вы видите, у меня очень плотная посадка, то есть растения, ну, просто друг на друге, можно сказать, и мешают друг другу развиваться. Вот что мы видим. Вот, допустим, берем вот этот горшок. Вот до тех пор, пока все растения были одного размера, потому что, ну, приблизительно я сажала все растения одного размера. Ну, которые покрупнее, я их сажала специально по краю горшка, чтобы у них листья, когда начинается усиленный рост, чтобы у них листья и розетки начинали уже как бы отдаляться от основной массы растений, и чтобы они более-менее не мешали другим. Но вот все остальные, вот, ну, видно, что по краю вот это было больше, это. Ну, а все остальные, ну, вот это, наверное, все остальные были маленькие, то есть одного размера. Но все равно, как будет развиваться суккулент, мы с вами не знаем. Мы можем только предполагать, и то не всегда, потому что... Сейчас я убрала этот пример. Ну, в общем, в прошлой части я показывала, что я сажала гроптоседом Франческо Балди, и он у меня просто вот дико попер в рост и тем самым загородил всех деток, которые были в этом горшке, которые росли до этого в этом горшке, были посажены уже раньше. Но он их перегнал и забил своей массой остальные. Вот то же самое мы видим. Вот это, допустим, детка, она была покрупнее, когда я ее сажала изначально. А раз она была покрупнее, значит, сил на развитие и рост у нее было больше. И вот она, когда уже укоренилась, она начала расти. И вот чем больше она растет, тем больше она загораживает свет другим растениям. И, соответственно, тем меньше растут вот эти детки, которые находятся рядом. Вот тоже, смотрите, пример. Вот гроптоверия Фред Тайс. Вот она растет с краю, и она намного больше. Но они были посажены все одного размера. Вот смотрите, как она уже начинает развиваться, находясь с краю. Потому что здесь у нее больше света, здесь у нее больше простора. Здесь она использует большее количество грунта, нежели вот эти, допустим, три, которые рядом посажены. И что происходит, когда она начинает расти? Она просто-напросто своей листвой загораживает другие рядом сидящие растения. А это значит, что вот эти растения, которые меньше сейчас, чем она, хотя они были одинаковые, это значит, что поглощение вот этими растениями света
уменьшается, а следовательно уменьшается фотосинтез. И раз уменьшается фотосинтез, значит растение прекращает рост, замедляет рост и, естественно, становится меньше. То есть, друзья, другими словами, если мы хотим посадить садик с целью, чтобы как можно дольше продлить его миниатюрный вид, конечно же, нужно сажать растения очень-очень плотно друг к другу. Ну, в этом случае, если у вас большой горшок, значит, соответственно, вам нужно большое количество растений. Если у вас маленький горшок, значит, количество растений должно быть меньше, чем в большом, но все равно они должны просто-напросто заполонить собой все пространство. Вот такой садик будет, он будет хорошо развиваться, будет нормально расти. Ну, понятие «нормально» здесь, ну, как бы нормально для миниатюрного вида, вот так. Естественно, при такой плотной посадке больших лошадей мы дождемся не скоро. Ну, от некоторых видов дождемся, потому что рано или поздно все равно какое-то растение возьмет силу, начнет, вот как, допустим, вот это пахиверия албокарината. Вот они были тоже все одинаковые. Но она вот по каким-то причинам, может быть, потому что растение было сильнее, может быть, потому что ей достался более удачный замес грунта, может быть, когда-то ей досталось больше влаги, она взяла и вот выросла чуть больше. И когда оно вошло в силу, когда оно начало уже расти, то, естественно, она начала забивать своей массой рядом стоящие растения. Вот, вот это вот эхиверия. Thank you.
стадии ожидания, что вдруг ее когда-нибудь пересадят. Ну а раз ее не пересаживают, то вот в таких случаях, когда суккулентам тесно, когда у них некомфортные условия, потому что все-таки в садиках, когда вот такая плотная посадка, в садиках, конечно, суккуленты, но с их точки зрения, начинают чувствовать себя некомфортно. И, соответственно, начинают усиленно начинать детковаться. У них появляются дочерние побеги, они всем своим видом показывают, что они матери, что она готовится стать матерью только для того, чтобы продлить свою жизнь, продлить свой род. А? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Что вы ерунду говорите? Потому что суккулент чувствует, что раз ему некомфортно, значит, может быть, впереди его гибель. И чтобы оставить после себя какой-то след, а в частности оставить после себя потомство, вот суккулент начинает либо зацветать, либо начинает детковаться. Пока проносилась за своими котами, сбилась с мысли, о чем я говорила. Ну, наверное, про то, что когда суккуленту плохо, то он начинает детковаться, чтобы оставить после себя потомство. Ну, друзья, извиняюсь, правда, сбилась с мысли. Ну и вот возвращаюсь я к идеальной посадке в суккулентных садиках. Посадка должна быть такая изначально, чтобы нормально хотя бы растения у вас взяли рост и доросли более-менее до нормальных размеров, когда они смогли бы бороться с вот такой теснотой. При посадке между растениями должно быть обязательно расстояние. Расстояние и для роста массы растений, и для циркуляции воздуха. Особенно это, конечно, актуально в комнатных условиях, когда доступ воздуха и обдув у нас в квартирах минимальный. Но я знаю, ставят вентиляторы, но вот у меня вентилятора нет. И поэтому вот такая плотность посадки, она не всегда комфортная, особенно при поливе, потому что поливать суккуленты такие, такую плотную посадку тоже очень, очень сложно. Ну, как бы не сложно, но очень рискованно, потому что подлезть лейкой каждому растению, чтобы пролить каждое растение, ну, просто не представляется возможным. И приходится поливать по головам. А раз приходится поливать по головам, хотя вот я издуваю там влагу, когда полью, вижу на розетке, на розеточках там влага, я ее сдуваю, но все равно какие-то капельки остаются, и наиболее слабые растения либо совсем погибают, даже не знаю, какой вам пример показать. Либо у них частично от застоя влаги в розетках, у них частично отваливаются листики. Ну вот, допустим, вот видно вот это Graptoveria titubans, она не Graptoveria titubans называется, это просто я привыкла по старой памяти. Видно, что вот здесь не хватает листика, и вот здесь он был небольшой, вот этот какой-то странноватенький, ну вот не очень он хорошо развивается, вот этот листик. Это от того, что здесь была когда-то капля воды, и вот этот лист отсох. Розетка вся не погибла, но листик отсох. Ну вот, друзья, видно, вот отвалился листик, вот он лежит. Зачастую, знаете, вот такие листики, многие, которые отпадают, если, допустим, развалился суккулент от перелива, от того, что нахлебался влаги, многие листики прорастают, вот он лежит рядом, и, возможно, ну, вот этот нет, вот этот не даст, но многие листики дают корни, потом дают впоследствии деток. Вон там у меня под вот этим растением тоже лежит маленький листик, не знаю, как его показать. Ну, видно, что вот там на земле лежит маленький листик. Это от развалившегося растения. Ну, вот потери, к сожалению, конечно, неизбежны при такой очень плотной посадке, потому что растения не справляются с той влагой, которая поступает. Хотя я поливаю их не очень много. Ну, вот говорю опять, что где-то там не просмотрела каплю воды на листе, где-то, может быть, полила больше, чем требовалось, потому что при такой плотной посадке не виден грунт вообще. То есть льешь просто по головам на абы как. Вроде пришло время поливать, вроде они подвяленные чуть-чуть. Ну и ладно, надо полить. И вот поэтому в таких случаях, конечно же, всегда случаются потери.
Ну, когда, допустим, деток много, то это не очень заметно. А когда у вас, ну, несколько растений в вашем суккулентном небольшом садике, и вот такое случается, то тут, конечно, печалька, особенно если эти виды не те, которые у вас из деток выросли, из своих деток, а вы их купили, вы на них затратили средства. И второй тут еще фактор тот, что вы хотели какие-то там редкие виды купили, они у вас взяли там и 2 штуки из 15 взяли и погибли. Тут, конечно же, очень жалко. Птичку жалко. Друзья, ну пока вот я снимала, как-то говорила, в общем, даже не заметила, как вот этот листик красул оторвался и упал вот на этот суккулентный садик. Смотрите, вот он уже с деточкой. Это про которую я говорила, про которую красулу. Вот про эту, про капителлу. Вот листик оторвался. Он такой микроскопический. И там мизерная деточка. Но я думаю, что вот даже вот такой листик, он даст детку, даст корни. Он успеет дать корни. Ну, если ее, конечно, посадить и первую недельку там засунуть эти корешки в почву, то у него есть большие шансы выжить и вырасти в достаточно приличное растение. Но на это, конечно, потребуется большое количество времени, потому что из такой крохотули отдельно, не на стволе, когда вот развиваются детки на материнском растении, это совсем другое, нежели чем она будет, вот такая крошка, вырастать самостоятельно. Конечно, вот в этом случае, в случае вот с вот такой крохотулей, тут шансы увеличиваются в росте намного. В общем, пока я тут что-то пыталась сделать, она взяла и завалилась вон туда, между теми растениями. Ну вот в этом случае, друзья, у нее будет, ну, минимальный шанс выжить, потому что в конце концов ее вот эти растения задавят, у нее не будет света, ну, корни, может быть, она даст. Ну, а примется ли она самостоятельно? Может быть, и примется. В общем, пусть она там валяется, я так думаю. Месяца там через 2, через 3 будет видно, жива она или нет. Друзья, я еще хотела сказать вот что. Если вы сажаете в суккулентные садики одни эхиверии, ну вот как у меня вот здесь, к примеру, растут одни эхиверии. Эхиверии, граптоверии, там седоверии, пахифитумы. Вот все вот эти пахи, грапты, эхи. Вот в этом случае, ну такого, знаете, нарядного суккулентного садика, ну вот, чтобы он выглядел вот так приблизительно. Вот так приблизительно. Такого суккулентного садика, конечно, не получится, потому что эхиверии у них рост в одном направлении в форме розетки. И вот для того, чтобы ваш садик был где покороче, где подлиннее черенки, где потолще, где пожирнее, конечно же, здесь нужно компоновать растения. Про компоновку растений я рассказывала в предыдущем видео, рассказывала, какие виды с какими можно сочетать. Забыла, правда, сказать, что нельзя сажать кактусы вместе с хавортиями, вместе с эхивериями. В общем, нельзя собирать все виды суккулентов, какие у вас имеются, и сажать в одну емкость, потому что условия должны быть разные обязательно для ухода. От правильной видовой компоновки, конечно же, зависит вообще состояние вашего садика. Но вот опять повторяюсь и перехожу вот на такой садик. Мне, конечно, больше нравится всегда... Знаете, вот если сажаешь все эхиверии в одну емкость, то она как-то не смотрится с садиком. Смотрится красивой композицией, но садиком, вот на мой взгляд, это назвать нельзя. Садик – это когда все растения разного окраса, разного размера. Вот здесь нужно учитывать то, что при посадке таких растений должен быть хотя бы приближенный уход. Ну вот красулы, допустим, каланхоэ, седумы, парочка граптоверий, там эхиверий, вот это все там граптоседумы. В общем, в кучке это будет смотреться идеально, но ни в коем случае нельзя сажать туда кактусы, литопсы, хавортии. Для вот этих растений должен быть отдельный уход. У кактусов, у литопсов у них есть вообще период покоя. Этот период покоя нужно соблюдать. Плеоспилосы также, тоже с периодом покоя. И в групповых посадках они у вас просуществуют, ну, недолго, скажем так. Друзья, ну и когда вот
Подхожу уже, наверное, к своему рассказу про обрезку садиков. Для чего нужно осуществлять обрезку садиков? Ну вот, поставил опять для сравнения две своих композиции небольших. Для чего нужно проводить обрезку садиков? Ну, во-первых, для того, чтобы внешний вид вашего садика был аккуратный, потому что со временем у суккулентов оголяются стебли, они выглядят уже не так привлекательно. Некоторые растения начинают разрастаться, вот как вот этот седум, начинают разрастаться и уже не стоят торчком, как солдатики, начинают спускаться вниз, начинают валяться. И вот в этом случае нужно обязательно проводить обрезку. Ну вот, допустим, если взять вот этот садик, что бы я тут сделала? Вот я бы здесь даже не обрезала, друзья, а просто почеренковала бы вот эти, вот этот, допустим, седум я бы выдрала. Сейчас я этого делать не буду, потому что у меня сейчас и нет времени на это. Я просто вам объясню. Вот если в таком виде, вот садик суккулентный, вот седум этот, он, конечно, во-первых, он летом у меня подгорел на солнце сильно, вот эти вот стебли у него, стволы оголились, сухие листики здесь еще есть, макушечки у него живые. Вот я бы, конечно, сейчас, если я надумаю его обрезать, ну, конечно, надумаю, но не сегодня, я его просто вырву с корнями из этого грунта, красулу эту оставлю там, эту вырву из грунта, эту тоже вырву из грунта, почеренкую вот эту красулу на 3 штучки, обрежу, даже вот каждый черенок обрежу на 2 части. И каждую часть укореню отдельно. И то же самое с вот этим седумом. Досифилум, седум досифилум мажор. Видно здесь, что побеги эти свисают. Летом они были нормальные. Сейчас они свисают. И так как они у меня стоят очень плотно на полках, то вот эти побеги, они не спадают вниз, и им достается мало света. И вот видно, что растение, когда росло и было небольшим, оно было жирным. Потом оно отощало. Вот, заметно. Друзья, многие страшатся обрезки, потому что вроде как жалко растение. Я как бы тоже с этим согласна. Мне тоже всегда жалко нарушать целостность растения. Но что в итоге потом получается, там не сразу, там не через месяц, а через 2 месяца, там через 1,5 уже будут первые результаты. И это время просто нужно пережить и не волноваться за свои суккуленты. У вас просто нет сердца. Обрезка омолаживает растение, потому что омолаживает и разветвляет растение. И ваш садик со временем станет еще более таким нарядным и привлекательным. Вот, допустим, я срублю вот эту голову, вот у этой красулы, и через некоторое время в пазухах листьев появится здесь уже не одна голова, а 2 с разной стороны. И когда они подрастут, вид ее будет, ну, намного интереснее, я считаю. Точно так же нужно в целях разветвления черенковать и седум, потому что все они разветвляются, и седум, и красула. То есть черенкование, обрезки должны подвергаться все суккуленты в садиках. Вот чтобы садик был таким компактным и одного размера, одного роста, нужно, конечно же, обрезать. Обрезать сверху. И если растения мешают друг другу, если они уже настолько плотно разрослись, то нужно просто их разрядить. То есть вот взять, допустим, часть вот этой красулы, ну я к примеру говорю, вот красула Гумберта, ну кустик как бы сам по себе не очень большой, но вот если его не пересаживать, то чтобы дать развиваться другой красуле, вот этой красуле Роджерси варигатной, и дать побольше света седуму, который здесь рядом сидит, нужно ее разрядить, то есть отрезать, выщипать половину вот этого куста. Красула вот эта от такой выщипки не пострадает, но зато остальные растения, которые находятся вокруг, они скажут вам спасибо. Ну, друзья, а в случае, когда растения находятся очень плотно друг к другу, здесь, конечно же, только пикировка. Особенно, когда
вот эти виды, как я уже выше говорила, это эхиверии, граптоверии, те, которые в форме розочки, то есть которые разрастаются вширь. Вот, на мой взгляд, друзья, тоже несколько растений одного вида, они тоже смотрятся очень интересно, когда находятся рядом. Вот этот садик у меня не очень яркий, потому что, говорю, света на всех не хватает, но развитие у них нормальное. Ну, пока нормальное, ну, как бы если их рассадить по отдельности, да, они будут расти побыстрее, побольше, помордастее будут, но пока вот в этом составе они тоже неплохо смотрятся. И смотрите, как они, вот много растений одного вида, как тоже интересно смотрится. Вот я считаю, что при создании садиков нужно пересмотреть много-много видов, понять, как они растут. И, может быть, некоторых самых любимых сажать даже по две штучки в горшок. Самых любимых, самых ярких. Ну, тут у кого какие предпочтения. Кто-то любит суккулент за форму, кто-то любит суккулент за цвет. Кто-то за компактность, потому что все они разные, все эхиверии разные, все седумы разные. Вот, допустим, вот седум. И вот седум. И вот седум. Один, второй, третий. У них разный окрас, у них разная форма листьев, по-разному растут. И в общей композиции они смотрятся просто шикарно. Поэтому я считаю, чем если сажать садик, если вот целенаправленно хотите посадить садик, то нужно собрать в этом садике как можно больше видов. Но опять опираться на то, что все растения должны соответствовать определенному уходу. То есть без периода покоя. Растения с периодом покоя можно сажать именно по видам. То есть вот кактусы, столько с кактусами. Можно там украсить какую-то, сделать горку. Можно какие-то там камешки наложить, избушки, речки там всякие делают, моря. Но обязательно, чтобы эти виды поливались одинаково. То есть если кактусам нужен период покоя практически всю зиму, то значит там должны сидеть одни кактусы. И то же самое литопсам. Вот можно создать там садик из плеоспилосов и литопсов. И больше никакие растения к ним не подсаживать. Вот, друзья, еще один пример, как обрезка влияет на разветвление растений. Вот здесь, по-моему, у меня росло два черенка. Я их обрезала, эти два черенка. И этот седум Аврора, вот, наверное, месяцев за 6-7 нарастил вот такую небольшую кучку. Закончилась у меня зарядка на телефоне, и экран потух. Не знаю, что там будет видно, когда буду просматривать. Да, друзья, чуть не забыла. Еще хотела сказать, что плотность посадки влияет на заболеваемость растений. То есть чем плотнее у вас посажены в вашем садике растения, если особенно нет доступа воздуха, тем чаще риск того, что ваш суккулент может постигнуть нехорошая участь. То есть может прицепиться мучнистая роса, может при неверном поливе загнить корневая система, ну то, что там попадание влаги сверху, я говорила, чем это чревато, либо полностью может розетка стать прозрачной и потом засохнуть, либо в лучшем случае, вот как у меня очень часто происходит, суккуленты просто сбрасывают по одному, по два листика. А в остальном розетка не страдает, и потом она обрастает, и там даже ничего не заметно. И точно так же при плотной посадке очень тяжело будет увидеть вредителя. Потому что вот если взять, допустим, ну вот не плотная посадка, если взять вот этот горшок, можно его покрутить и с разных сторон оглядеть растение, заглянуть к нему под листья. То есть вот тут как бы не составляет труда это сделать. Но как можно заглянуть под листья вот этим растением, туда пролезть вглубь, ну это просто, ну, не представляется возможным. Особенно тогда, когда растения политы. Вот сейчас они у меня политы, я их недавно поливала, и у них просто листья, ну, можно сказать, каменные. Вот они даже стучат.
То есть, если я сейчас чуть попробую пролезть туда, то лист отломится однозначно. Когда суккулент вялый, когда у него потеря тургора, то вот это сделать намного проще бывает. Вот, друзья, попалась на глаза. Но это не садик, а, можно сказать, такая небольшая композиция. Красула сюда это была посажена, в эту хавортию была посажена красула, потому что хавортия была маленькая, и красула была маленькая. В общем, хватало места, сажала временно. Но вот эта временность переросла в постоянку. Ну, знаете, они себя чувствуют вроде неплохо вместе, но, конечно, вот такая посадка, она нежелательна. Хавортия с красулами, ну, я бы сказала, не совмещается. Ну, а вообще, друзья, конечно, буйство красок в садиках, оно завораживает. Вот представить, что вот эти все виды, которые вот сейчас на экране, они посажены в одну емкость. Вот смотрите, какая игра красок. Все разные, все разноцветные, разная форма. И вот в этом, конечно, вся прелесть садика. Смотришь, и радуется душа твоя. И прям в рай летит твоя душа, потому что ты смотришь и балдеешь на вот эту красоту. Друзья, ну вот и все, что я хотела сказать об обрезке, пикировке и о плотности посадки. То есть каждый решает для себя, что ему более подходящее. Каждый выбирает для себя сорта, выбирает для себя посадку. Плотную ли, неплотную, идеальную ли. Хотя идеально все равно, рано или поздно она превращается в плотную, потому что растения разрастаются. Ну а что нужно делать, я уже говорила. Обрезать, пикировать. В общем, тут опять на усмотрение каждого. Если остались какие-то вопросы, пишите. Какие-то, может быть, там замечания, какие-то наблюдения. Очень люблю читать комментарии. Не всегда, правда, сразу отвечаю, потому что ну, сразу никак не получается. Не могу сидеть целый день и наблюдать, кто там мне напишет, и скорее отвечать. Но практически, ну не практически, ни один комментарий у меня не остается неотвеченным. Рано или поздно я всегда отвечаю, читаю, что-то добавляю, с чем-то не соглашаюсь. Кто-то не соглашается со мной. Это все социум, это все общение. Всегда будут согласны и не согласны. И я считаю, к этому нужно относиться спокойно. Поэтому, пожалуйста, критикуйте. Если таковое имеется, я не обижусь. Вот девушка мне как-то писала, у вас купите, наконец, себе селфи-палку, у вас трясется экран. И да, я в курсе, что трясется экран, но селфи-палку я покупаю сейчас, она не селфи-палку, как-то она писала, купите себе штатив, что ли. У меня, друзья, нет в планах купить штатив. Может быть, это и нехорошо для моего канала, потому что я понимаю, что людям вот неудобно смотреть трясущийся экран, но я пока в своих условиях не могу себе этого позволить. Причины я тут объяснять никому не хочу и не собираюсь я этого делать. Здесь два варианта. Либо смотрите, либо не смотрите. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить и искупить. Все. Ушел. Кто-то, может быть, не согласен с моим мнением. Ну вот, на сегодняшний момент я вам сказала то, что у меня в голове, ничего не скрываю. Ну а пока, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем здоровых, красивых, жирных растений. Всем здоровья, добра. До новых видео. Пока-пока. Все.